Как страшно. Где Радат? Чики-брики, признавайся. Я не знаю, я на ДВшке не сидел. У тебя метка стоит. Там у Ади, ребят, же есть. У Ади же есть, ребят, у Ади. Погибают пацаны. Минус 5 уже сделали на уходе, же есть пацаны. У Ади. Еще. У Ади, ребят, у Ади, ребят. Мы даем вертолеты $1 миллион, вы сдаетесь. Спитер, у Ади. У Ади, ребят. Пошли. Кому у Ади? Никого не осталось, я один. Вадим, пошли, ребят, пошли, матерей пожалей. Ты ко мне, один, что мне делать, я сдаюсь. Ты ко мне домой приходи, Питер, я тебя накормлю, здесь только уводи, ребят. Прием. Короче, это парень как-то до этого выделывался. Да нет, он живой. Нет, вот только что этот. Порошок. Что-то кончился да. Он. Говорил, что-то и замолк резко. Что случилось, не знаешь, ни мне? Да нет, не знаю. Может, пуля в голову попала? Наверное. Я говорю, ребята, води, ребята, води. А, так есть. Это был еще и не ты. Это я был, води, ребят, води, води. Води, ребят, пока не поздно жить. Пожалей матери. Чьих, твоих? Нет, ребят. Это у вас тут только что парень бежал. Кто это был? Не знаю, кто это был. Парень, дай ему вот такой, знаешь? Тряска на голове. Ребят, главное, вот. Так и будем с вами сидеть, ну ладно. По-моему, кто-то умер. Получил в голову. Говорун? Да, один из говорунов. Договорился. Казан, на теме стоит? Всё. Принято. От моей метки на западе. Видишь, там группа строения. Угу. Вот говорю. Ох, меня хорошо подавили. Да. Это они там в том домике, да? Давай, может, сдвиг. Да. Домой.